Так, О. вроде трансляция пошла, да? Да, вроде как что-то вижу. Ну там должна печатная машинка быть. Да. Ужлорд 13, фристрим. Угу. Всем привет, это Ужлорд. Ага, Фолкнер. И это стрим затычка. Ой. Марева Марева. забегала. Я должен был провести стрим затычку. Предложи игру, я ее включу, не без проблем. Чем плох Марева? Первый. Он не первый. У тебя такой большой список реквестов и. И у меня всего лишь полчаса. Понимаешь, у меня всего лишь полчаса. Там реквесты, блин, нудные. Говорит, реквесты давай. Там реквесты нудные. Играй в Бэтмена. В Бэтмена? А ну мы ладно. Сейчас в Бэтмена можно. А в реквестах и есть вот. Бэтмен. Бэтмен! Ладно, сейчас включу. Аж целых три. Сейчас у меня все есть. Эти, ну, по-моему, были все игры. Распакую только. Да, вот Ghostbusters на спеке есть. Чем тебе? Да иди ты. Нехорошая игра. С пекой своей. Ну, Фолкнер, их там три, ты уж. Ты скажи, какой тебя ждет. Я же вас спросил, застолбите реквесты. Я застолбил за собой Бэтмена первого. По-моему. То есть, застолбить это значит напишите. Да, я написал. Где? Там где-то я был указан. По-моему, в Бэтмене. А, ты, блядь. И ты на Google диске это все сделал, да? Конечно. А где у вас-то делается нынче? Ну, вообще бы еще ВКонтакте неплохо для полного счастья. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Chase HQ 2! Проходите. А, Chase HQ 2 я застал бил, точно. Да, Genesis. Так что проходи Chase HQ 2. Да, Сань, я вот Бэтмена буду сейчас играть. Сейчас у меня полчаса всего лишь, я и за полчаса Бэтмена сейчас не пройду. Поэтому я не хотел реквесты показывать, потому что это бесполезнее сейчас. Фига себе, текстурки переведены. Че, на русском что ли играешь? Ты глянь, текстурки все переведены, театр. Офигеть. И так. Чё? Ванус долбер, что ли? Погоди, а как оружие менять, я забыл. А, вот. А почему у меня старый тесель? Да блин. Бордель довол написано, я чуть не обратил внимания. Ну ладно, классный перевод что-то. Барбара, да это, слушай, шикарный перевод, чёрт. Театр. А почему? Сейчас немножко подключивается, то ли у меня, то ли у тебя. Чего? У тебя подключивается. Битрейт нефиг было, блин, надо 3500 ставить на NES. Аж вроде как должна быть написана И. Эту игру уже толком не помню. Помню, я что вот так вот забыл. Хитрил. Ну
Да, вот здесь можно быстренько пройти, не поранившись. Можно. Чем я периодически и занимался. Вообще обожал прыжки от стен в этой игре. Че я парюсь, оружие врубил, пошел. Сердечек только редко выпадает. Да. Да. А чё буква Б дает, я не помню. Наверное, бумеранг. Бумеранг? Ну, мне кажется, да, потому что он мне бумерангов уже накопил, чёрт знает сколько. Как всего остального оружия. Слушай, а чё так много-то? Я там случайно ничего не стоит, блин, в эмуляторе, не подкручено? Я не знаю. Нет, всё в порядке, русская версия. Твой же эмулятор. Мало ли, когда я там прикалывался. Геймжи не вводил? Не, они там зафиксированы. Да? Да. Зафиксированы геймжи? В смысле, они там уже встроены были, я уж не виноват. Не, ну если у тебя жиски отбавляться не будут, значит того. Нет, да, отбавляются у меня жиски. Нет, я имею в виду жиски, я имею в виду, которые не энергия, а которые жиски. Жиски. Он, Фолкнер, говорит, у тебя изначально 99% оружия. Нет, не было 99%, ты врёшь. Слушай, этот Ниндзя Гайден внизу меня беспокоит, у меня как бы одна тычка. Вот. Нет, это буква Б не дает тебе бумеранги. И жизни тоже не дает. Сейчас этого придурка бумеранга, по-моему. Как я вообще как лалка. Он же простой этот босс. Давай без 99 оружия. Проходи. Короче, проходи без оружия. Я чё, кулхар, что ли? Проходи по дефу. Третьим тоже можно. Я не помню, как я его мочил. Готэм Мэрия. Какие крутые заставочки. Прям как в кино. Может, еще скажешь мне без турбокнопки проходить, да? Этого Бэтмена, да. Бэтмена этого, без турбокнопки. Проходи как на NES. Я буду проходить как NES, как с дополнительным геймпадом, то есть турбокнопкой. Вообще в детстве я эту игру проходил, и не один раз. И мне нравилось. Фолкнер говорит, из фильма же стерли вот эти кадры. Да, там и это, и Джокер этот, Нильсон, или как его там. Почему мне выпало сердечко, когда не надо? А, всегда так. Когда тебе оно не нужно, оно выпадает. Когда надо, хрен дозвонишься. Вот это я упал, знатно упал. О, да. Вот теперь тебе нужно сердечко. Хотя бы восполнить одну тычку. Вообще этого придурка можно бить и так. Прыгнуть на платформу и бить. Я как-то таким даже страдал, но не хочу. Пистолет, да. Да, вот это вот геймпад. NES Advantage. Угу. Я вот про него. Что со мной происходит, ребята? Я не знаю, что с тобой происходит. Это все 60 FPS. Ты это самое, как на ногах не стоишь. У тебя Бэтмен пьян, иди домой. Ладно, за полчаса я все равно не пройду, что париться-то.
Надо было какую-нибудь игру для прикола играть. Блин, флешечку какую-нибудь, индюшечку. У меня индюшечек нету. Ну, что-то там есть, но как-то совсем грустно с ними. Вот тут дебильный момент, тут надо от стенки отпрыгнуть, от... Нет, не так надо. Надо не так прыгать, да? Да, там надо было словчиться и прыгнуть от стенки. Надо было подойти с краешку, немножечко так сойтись и повернуться к вот к этим вот платформочкам и отскочить от них. Да, и час где был, если не тупить. А я сейчас туплю. Зачем ты тупишь? Так я не зачем. Я играл, говорю, в детстве последний раз в эту игру. Чё ты с меня хочешь взять сейчас? Ничего не хочу. Да, шляп начнёт с третьего уровня. А я на втором запарывался. На этом? Вот здесь, вроде как. Да, вроде как здесь. Сердечко. Тебе как раз надо. Я не помню, вроде как второго босса я все-таки убивал. Убивал второго босса. Вот это. Вот. Пятый уровень — это не часовая башня случайно? А, веселый уровень. Там отпрыгивать от стенок — одно удовольствие, блин, в кавычках. Что я делаю? Я не знаю. Что ты делаешь? Я прыгаю. Я же Бэтмен. Я Бэтмен. I'm the Batman. Здесь вот меня доканывало вот это вот прыжки, блин. Особенно мне нравилось. Я в ту сторону прыгал, прыгать пошел. Мне всегда нравилось. Прыгаешь, и в ту сторону прыгал. Вообще мне всегда нравились прыжки в этой игре от стен. Они такие классно реализованные. Ну, реализован-то классно, вот, блин, зараза, вот эти вот промежуточные прыжки еще, где надо именно точно попасть точку в точку, чтобы не убиться. Вот тоже надо сделать шажочек небольшой, повернуться и... Да-да, здесь вот надо вот это вот от стен... с платформы спрыгнуть на стенку и дальше. Это, если честно, это всегда сложно сделать. Не знаю, у меня получалось как-то. Получалось, получалось. После долгих. Вот. После долгих. Нет, поспешил. Да, вот так только. Надо было чуть пониже. У меня вторая попытка есть. Сейчас там придурок умрет. И две... Вторая попытка и две тычки. Есть. О! Вот только что-то сердечко в тебе не выпадает вообще, ни хрена. Ну да. Жадные нычи. Как там написано? Стейж? Два-три. Угу, ясно. Не да попадешь. А ее можно уничтожить? Можно, только очень долго. Да, ее долго бить. Кулаками ее надо колотить. Кулаками не допрыгнешь. Сердечко. Сердечко. Ой, помню эти. Конвейеры. Вот не люблю я это место. Конвейеры, да. Да, менять дашь не надо, потому что, ну, как бы это перерыв. Стрим-перерыв. Угу, класс. Я сплоховал. И Бэтмен скривил. Видишь? При этом плюнь эту хрень, лучше бы уничтожить. Вот 75%. Так никакого оружия бы не хватит уничтожать.
Да просто тут ее можно обойти, по идее, не уничтожая. Очень проблемно. Кто пойдет в Вормс без стрима? Да я, блин, ну не отстаньте своими Вормсами. Блять. Тебе тоже привет. Привет. Почему он кидает бумеранги, они обратно не прибавляются, они же возвращаются. Хороший вопрос. Наверное, они поврежденные, бэушные. А Бэтмен не признает бэушных вещей. А, ну он же этот, меценат, т.д. и т.п. На чермец дает пацану. Ага, так и сколотил состояние. Да. Потратил все свои бумеранги, сдал их на этот сам. На чермет. Чектор Клер. Че я делаю? Не надо так делать. Я не знаю, что ты делаешь. Три раза запоролся, четыре. Я понял, что я делал не так. Умер. Дальше. Сколько контов ты не помню? Вроде как три. Вроде как. Или бесконечно. Или не бесконечно. Был бесконечным, ты, наверное, прошел бы второй уровень, нет? Ой, а у меня потом надоедало, как говорится. Че, слабак что ли? Слабак был? Ну, блин, дитё было. Дитём был. Чё ж поделать-то? Бесконечный, вы чё? Ну, я ничего, я не помню. Бесконечный вроде как. Не бесконечный. А вдруг лорду досталась такая версия, где лафа? О. Если б тут их было три, то это была бы самая хардовая игра на NES. Получается, они бесконечные, что ли? Наверное, 9. Не знаю, еще сколько-нибудь. Я что, назад вернулся? Да. Зачем ты вернулся назад? А как я это сделал? Когда я это сделал? Ты это самое. Ты спрыгнул и как-то аккуратненько... А, понятно. Здесь бесконечные конты. И чё, у меня не бесконечное время сейчас. Время не бесконечно, конты бесконечные, так что... А, сохраниться потом продолжишь, что ли? Ice Combat? Ice Combat? Это что такое? Расскажите мне, я не знаю. А, блин. Бегуны! Камикадзе-атлета, блин. Забавный босс, кстати, вот этот вот. Не помню, как его валить, если честно. Ракеты? Ну да, ракеты. Сначала одну пушечку, потом две пушечки, потом вон ту хреновину, которая будет пуляться в тебя после. Ой, это меня подвисло. Так, потом... Вообще у меня обычно больше оружия было, когда я приходил к этому боссу. Последнюю склад. Он там хренотянин, там только тебя будет мешаться вот эта фиговина. Сверху, которая пуляет. А, оружия не осталось, придется на кулаках идти. Вот так вот, все.
А, она бьет меня? Да, кончи. Вот там вот. Да, бьет она тебя. Если ты к ней вплотную подойдешь. Да блин. Вплотную не подходи. Вплотную не подходи. Да все в порядке. Ты когда-нибудь танцевал с дьяволом? Призрачным лунным светом. Тем временем создал Вормс. Зачем ты создал эту страшную игру? О, господи, эти прыгуны, я не помню, как их бить. Не знаю, я их просто отбегал. То есть ты до них доходил? Ну, я бы вроде как что-то было такое с вторым боссом. Мучился, мучился, да прошел. А вот здесь вот все. Здесь мне не хватало уже. Но этот уровень не легкий, кстати. Да, не легкий. Во-первых, вот эти турбины добивают, которые коцают. Турбины коцают, но и их можно обходить. Вот как этих придурей мочить? Я, по-моему, всегда с расстояния их бил оружие, но у меня оружия нет. Приехали. Иларион, я пришел, если бы у меня было, но у меня не было. Ой, у меня нету. Бумеранг на них только. Оружия у меня нету. Пошел нафиг, нафиг пошел. Пошел, пошли все. Мне настраивать надо потом. Да у меня это самое. Все дома, чтоб качать. Ой, Бэтмен. Ага. Бэтмен. А чё, Марио? Ха, ты видел, да? Да эти... Нет. Сбунтовались против меня, говорят, давай, игры квесты. Ты хотел Марио проходить? Да. Так, он на твой стрим опять не хочет. Хорошо, хоть вода не сносит. Огнемётчик. О, сердечки. Это как я сейчас так прыгнул смачно? Прям в цель. Еще раз в цель. Что он делает? Он тебя пытается убить. Логично. Кстати, а кто это по комиксам? Стоп, нет, не говорите. Знаю. Это иначе призовет Данте. Да, блин, нормально же бил их. Нормально же общались, да? Да. Чувак, нормально же общались, что такое-то? А, блин. Все жизни посливал на этих придурей. Жабка-мен, блин. Жаба-мен. Всем насрать. Кракены опять запускают КРФС. Что это такое? Го-гонки. Ну, этот... Как его? Ну, гонки, короче. Вон тут лордик говорит, Фолкнер, тут это никто, это тут просто легкая наркомания. Тут только сцены из фильма, а все остальное так. Ну, я бы не сказал, например, вон тут босс, летающий у мэрии Готэма, это был реальный злодей из Батмана, из комиксов. Ну, злодеи-то, может, да, вот эти вот приспешники, они... Левые вообще пацаны. Не с нашего двора, да? Да, не с нашего двора. Только я не пойму, зачем драться со всеми этими, как его... Со всеми злодеями Готэма, если надо только прикончить одного Джокера. Ну, если ты читал хотя бы один комикс.
из Бэтмена, то злодеи там всегда не один. Так, по пути приходится руки замарать. Классно упал, классно упал. Кого-то в звуки. Я слышу голоса. Я не слышу голоса. Зато голоса слышат тебя. In Soviet Russia. Господи, какая-то лажа пошла у меня. Говорит, наверное, про первого босса. Он может быть спижен с Firefly, но у него официально тут другое название. Ну, я читал тоже. Что, меня опять зажали? Что такое? Чего-то рубины их не убивают. Они хитрые. Они, значит, секрет турбины. Да чё в этой игре не хватает? Том. Подкат, как в Мегамэне. Ну, видимо, разработчик сказал провести без подкату. Мы тебе и так дали отскоки от стен. Слишком много акробатики, да? Это сложно для нас. Да. Но я сейчас опять же сольюсь с такой жизнёй. В остальных садах делали подкату. Но в этом-то нету же ж. В этом же ж нету же ж подката же ж. Классно, прыгнул, классно. И опять все сначала. Да. Хорошо, хоть при каждом конкете не надо начинать стадию снова и снова. А то это был бы вообще атас. Прошел где-нибудь там до стадии 1-3. Точнее, 1-3. 3-3-3. Умер. И опять 3-1. А ты так долго шел упорно с этой чертовой стадии 3-1. Это же игра от Ocean, да? Наверное. Да, с таким же успехом я сейчас мог бы играть первого Робокопа. Да? А, да. Второго Sunsoft. Нет, это другая контора. А что у нас еще Sunsoft делало? Не помню. Ты подумай.
Интересно, интересно. Привет, пролист. Где пролист? Там. А, о, привет, пролист. Где? Чего проскочил? Бэтмен Return, Return of Joker. Говорит. Пролист, так тут Карина, это я просто замещаю Девлина, пока он кушает. Как обычно все. Туплю. Классно, умер, классно. Ну ладно, хоть 3-2. Теперь будешь тут тупить. Ага. Пока не дойдешь до 3-3. Пролист. Мы все в курсе, что ее за обеденный перерыв не пройдешь. Я, наверное, даже в лучшие времена не прошел бы ее за это время. Эй, что я сделал? Что я делаю? Прыгаешь в пропасть. Делаешь тактический слив. Это был не тактический слив, и что? Если я немедленно не прекращу тупить, это плохо закончится. Тут не надо отскакивать, получается. Опять тебя сожгли. Пролист, а ведь в детстве я эту игру не раз проходил, а сейчас туплю. Но есть правда, с того времени я ее не включал. Особенность рендеринг. Ну этот подстал. Вообще можно этими смертями нафармить оружие, а потом идти играть нормально. Да? Каждый раз прибавляет оружие? Ну нет, каждый раз куда это... ты же оружие не исчезает, даже если я целый кон сливаю. То есть оно остается и прибавляется то, которое дается нам на начале, да? Карта. Ужасно. Да что ты все? Опять сдох. Что ж они тебе не дают проходу-то, а? Наверное, кондукторы местные. Ну или бывшие кондукторы. Попавшие в канализацию. Ага. Видишь, какие злые. Аж напрыгивают прям, напрыгивают. Заплати за билет, да? Заплати за проезд.
А, я и забыл про эту стреляющую хрень. Здесь, по-моему, можно было очень-очень ловко попасть наверх. Но я не буду сейчас это пробовать. Блин, я этот уровень помню. Я чё, до него доходил, что ли? Точнее, до этой стадии. Получается. Так, а где же я запарывался тогда? Может, я на часах всё-таки запарывался, как многие? Может быть, я не помню. Я помню, я где-то всё время запарывался, потом мне надоедало, и я вырубал игру. Помню. Не, как не мячик, так вот это вот хреновина тебя зажарит. Чтобы я вспомнил, кто это и как его убить. О, а вот этого я не помню уже, гада. Значит, я вот здесь ты поролся. Какая-то обезьяна. Чем-то игра похожа на Battletoads. Как это называется? Заспамил. Добро пожаловать, Бэтмен. Как тебе мои последние шедевры? Вот тут музыка лучше. Четвертый уровень. Да, вот этот уровень я уже не помню. Что-то тут жопа на жопе, жопа погоняет. Что с этим делать? О, мудрый Фолкнер, дай мне совета. Не ломи, это я уже понял, спасибо.
Совет номер два в фарме. Да какая разница, когда фармить? В конце тоже можно фармить. Ну и во время босса можно нафармить. Слушай, мне придется определенно нравится фарминг в этой игре. А ну-ка давай еще мне нравится. Ну буковка Б, она просто скорее всего очки дают. Так мне вон ракету сколько насовали, оружие то бишь. Чё-то я попал в ловушку. Внизу мина. Экраны с рожей главного злодея, ну конечно. Да, почему бы и нет? Классик. Почему бы и нет? Да, в конце концов, мы же стримим, да? Почему ему нельзя? Да, почему ему нельзя появиться в игре? Показаться, так сказать. Обозначиться, да? На все свое большое лицо. О, нам чат. Итак, кто тут? Фаблет, Домино. Фабино. Привет. Здорово. Домино. Здорово, Фаблет, здорово. Фаблет, Домино. Привет. Это ж Бэтмен на место. Это Бэтмен на место. Это Бэтмен на место. И вот так не прошел. Фейл Домино. А почему Фейбл? Какие у вас ники? Уорта, ты проходил Бэтмен? Ага, когда-то. Давным-давно. Я вот нет. А я вот да. А знаешь, что это значит? Знаю. М? Знаю. Что это значит? Что я не проходил Бэтмен. Правильно. Ты познал бытие. Истину, да. Так, нет, подождите, я этот уровень тоже помню. Я чё, тот уровень проходил, что ли? А может, ты АВГН смотрел? Нет. АВГН я не смотрел. Про Бэтмена. Но этот уровень я помню. Ясно помню. До 8 утра потом пришел с работы и закончил. Ты что, ишь, консоль не выключал, получается, что ли? Прикинь, какой транжир! Как же ты так? А если бы она сгорела? Блок питания, в смысле? Да. Ай. Наши же тендюшки, они же перегревались, как черт возьми, что. Какая дурацкая ситуация опять образовалась. Блин, здесь много, что ты сверху не можешь. Выход там, но мы вам выйти не дадим, потому что у вас документов нету, да?
слабо, упал слабо. Как-то я так эту штуку бил. А мне и фармить-то нечего. Все уже нафармлено до нас. Чего тут пролист может еще с кучей народу? А что, что, где? Какой куча народу? И что с кучей народу? Вас тоже не понимает, с какой кучей народу. Что-то сегодня в последнее время все лайвят. Айпад просто ломится от сообщений. Классное место, квадрат. Классное. Да-да-да, вот здесь я помню. Прыгай, допрыгиваешь, и если не попадаешь, то лучше отпрыгнуть. Но когда получается, когда не получается, это хреново поймешь. О-о-о, эй! А РГБ это что? Retro Game Gauntlet. РГБ написал. Retro Game Battle. Battle? А. Тут у нас есть кто? Дэнди Катриджи разбирается. В чем вопрос? Ну, как обычно, какова цена? Бэтмен? Нет, ну, например, на... Тут, короче, набор... Я сейчас скину картинку. Я тут не разбираюсь, но что-то... Так, пролисты не коннектят куда-то, куда-то. А там они в Вормсы пытаются играть. Ты на этих игр ты имеешь в виду? У нас бы это стоило около рублей, ну 50-70. Ну ты, это, блин, это новодел и что ли получается? Скорее всего новодел, потому что... Видишь, ты не знаешь. Я не разбираюсь в картах. Ну вот тогда вот... Тогда я молчу. Нет. Нет. Да, ну я говорю. Ну, по крайней мере, цену я сказал. Рублей 70-80 точно. Меня сейчас убьют. Нет, не убило. Пока жив. Но сейчас убьет точно. Ой, вспомнить старое кунг-фу. Стирание кунг-фу не рождается. Ага, типа того. Новодел. Тут все так выглядит, да?
сердце получил, сердце потерял. Все как обычно. Закон подлости еще. Раз, два, три. Да, раз, два, три. Раз, два, три. Там с каким-то интервалом выпадают. Выпадают три, что ли, штуки, потом долго выпадают, долго ждут, потом опять три штуки. О, сердце. Дай сердце. О, опять сердце. Что-то здесь на сердце стало вести. Не, отлично. А, вероятность выпадения сердца около 20%. Он уже последнее сердце набрал. Сейчас я все это сердце солю, все сердца солю почти. Три сердца набрал, три сердца солил. Потратил бы кучу, немножечко ракеток, господи, на этого чувачка. Да, надо было. Ну, еще сердечко. Просто это уже 4-3, а это значит сейчас босс будет. А так, в принципе, я готов продолжать сейчас. Фолкнер, мне не оружие нужно, я немножечко здоровья накопить. Босса кулаками. А, этот босс. А честно, я вообще не. Это босс? Это босс, да. А, вот почему. Я что-то не помню. Ни хрена не помню. А я не помню, где тут кулаками-то бить. А его просто, видимо, надо там подлавливать и бить. Да, точно, это по-любому двуликий. Да? Двуликий? Да, я тебе точно говорю. Инфа 100%. Так, то, что это два кубика, это не значит, что он двуликий. Что? Почему эти кубики друг об друга не сталкиваются? Чувак, вообще, когда я кулаком бью, из-за того, что он мигает, он даже меня ударить не может. Я стоял тупо, держал кнопку турбо. А если бы не было кнопки турбо? Я бы купил бы геймпад с кнопкой турбо. Был же на NES такой. Лор бы мутировал кухарда. Ну чё, у тебя пароль там что-нибудь есть? Я могу сохраниться в эмуляторе, в принципе. Потом закончу. Киноман же турбо проходит, да. Мутировал бы киноман. Последний уровень, а ну тогда проходи. Это последний уровень, да. Куда тащить? Короткий. Я не знаю, писал ли Дэн киномана. Я как-то... Если писал, то что? А если не писал, то все это самое, так сказать. Все потеряно. Все пропало, шеф. Да. Если Дэн написал киноману, можно забыть. Нет, он Бас только вопрос задал, он не знает. Да я понял. Ты писал киноману? Нет, наверное, писал. А может, не писал. А может, корова. А может быть, собака. А может быть, лисица.
А может быть на пальму? А может быть на елку? Ага, затралено. Так, раз, два, три. Да иди девайс, что ли? Раз. Да идите вы. Чё за фигня? Самое офигенное место в игре. Вот, вот оно. Лучшее. Просто заскриньте этот момент. Это лучшее место в игре. Куча шестерянок. Нет, именно вот, вот именно вот этот промежуточек. А, ну да, да, да. Помню этот промежуточек, блин. Видел, как его пытался кто-то пройти. А кто его пытался пройти, я хрен его знает. Не помню. До сих пор помню, как я проходил класс на промежутке, я вам точно говорю, лучший. То есть всегда думал, что так бы промежуток придумать? Ну, не знаю. Дьявол! Дивил? Дьявиль. Что значит, где конфа? Здесь конфа, на месте конфа. Девлин собирал. Привет, кто там? Слово? Нет, это Иларион, только тихо он зашел. Тихо говорит. Нет, там пишет слово в чате. Да, слово в чате пишет. И... Ой, что-то громко стало. Что там бас с этим? Девлин? Девлин, Девлин. Сейчас. Добавь слово. А тут я помню, кто-то делал, прыгаешь вниз, отскакиваешь и... Ну или можно так. Нет, все-таки вот тебе правильно показывали. Я тоже делал правильно когда-то. Но я просто не могу сейчас физически пока этого сделать. Не помню, не лог. Не те годы уже. Старый спец. Привет всем. Привет. А где Зельда? Здесь Зельда, блин. Отдыхай. Ща будет Зельда. Блин, стал Бэтменом. Я такой запускаю старинным, думал, вообще на Зельду, а тут лорд старт-скрин Бэтмен. Я думал, ты его уже прошел. Учит ворп. Нет. Мишку Джексона я тоже не хочу. Вас пошли знать как. Странно, я уже нервничаю. Слово, ты заставил меня нервничать. Прекращай. Ха-х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 а-
Здесь это был бы классный шанс нафармить. Ну, тут неудобно. Маленький слишком чаточек. Стремно туда прыгнуть. Мы этот участок... Хотя бы, эту стадию пройти. Уже? Что? Ты же вроде как у стадии, да? Всё. Уже босс. Нифига себе. А это кто? Это не Джокер. Мне больше убивает, что Бэтмен сгорает. Я понял, что спамить бумерангами, но он меня самого заспамил. Не так же тупо. У Джокера там такая супер пушка. Фига себе, он кулаками машет. Это не человек. Какой-то дорогой. Даже не Супермен. Да. Всё заново? О, блин. Свернаем там всё. 5-1. Прекрасно. Да. Ну просто замечательно. Раз здесь не должен был быть Джокер? Я вот тоже удивился, почему здесь не Джокер. Кто это такой и что он сделал с Джокером? Плохая концовка. Очень херовая игра. Это просто слово зашел. Он дебафнул. Или бафнул Джокера. Ты слово похватывайся. Похвастайся хотя бы. Или он уже в курсе. А раз у тебя Виндас, тебе Сириус Сэма? Что я тут уже закончился для челленджа 67 часов? Да. А ты, наверное, читал. Я не читал. А еще у меня самое быстрое прохождение одной из игр. Какое? На спектру. Сколько карты? 5 минут. Быстрее, чем твои 15. Ну, ты вычисляй 10, да, сразу же. Ибо я в этом же стриме тыкнул, в этом же стриме скачал, так... в этом же стриме закупил. Будет, если какая-то книга там абсолютно можно посмотреть сколько. Пас, книга. Что значит, что это было? Я у вас спрашиваю, что это было. А 5 минут? Было? Это был как какой-то там бег. Декатлон. Их почти. Еще хуже сделал. 3 удара получилось. Пора за отпрыгнул. Так, нормально меня слышно? Да. Отлично. Прекрасно. У меня просто он немного за ухом. Я бы даже сказал, за щекой у меня. Микрофон. Фолкнул. Ничего я не тренил, там тренить нечего. Только не Пузана вас, только не Пузана. Я же тренил, я всего 3 игры, чего на меня накинулись? Ну да, и овер 4. Овер 4 пройденных, да? А, дополнительных? Yeah. Ну и что? Мало, я на самом деле мог больше при желании пройти. Давай ломикс. Ломикса? Можно. Как-нибудь. И потом бас будет править. 5 проходительных дополнительных. А я не уверен, что можно править уже после официального окончания челленджа. Так why not? Закончил ты челлендж и берешь, проходишь остальные игры, которые тебе выпали. И время свободной стрима не засчитывается, и челлендж ты продолжаешь. Да уж не нафиг. Нафиг так жить. Я понимаю, если кому повезет, так это Дюна выпадет на Сегу. Вот это было бы классно.
много чего было бы классно. Кроме ульты. Ты чё, ультима да. Лучшая игра? А, да. Уж лорд, ультима один, босс. Давай. Будешь проходить ультиму, я пройду мишку, Лекс. Нечестно условия, ты понимаешь, да? Блин, что со мной не так? Это все слово. То он, я говорю, он пришел, дебафнул сразу. Я до этого все время в чате сидел, начиная с первого уровня. Да ты врешь. Я вижу, как ты нажал старт и... Вот ты все это время читал заклинания, и вот, вот ты зашел и вот закончил. Я там поставил на первом уровне, помню, да. Да, самое главное запомнил. Да. Пролиз, да мы не ругаемся. Это он пытается затаралить Битмана. Битмана? Как у нас Битмана устал? А как же? Как только прошел челлендж на изи. Кстати, ты видел мой последний файтинг? Это файтинг, да, был? Да. Не сразу заметил. Ультра Вортек? Ага. Классно же файтинг. Драйвовый, я бы сказал. Прям там такой. Mortal Kombat. Это лучший Mortal Kombat, там фатальти можно, стейдж фатальти делать всего лишь одним апперкотом, не надо ничего придумывать. Жду на... Как, короче, Олар... Элианс вверх, привет, Буа, давай. О, я видел его на скринах. Ну чё, это ж ПС. Да, это шутан от первого лица. Ага. С двухмерными этими чужими. Ага. Он же классный. Лучший. Нет, ты пиздец, ты лучший. Так, я не пойму, а чё про Алис опять негодует? Да блин, по поводу наших подколов друг друга. А. Пролист этого, который печеньки ест, отправь. Да. А блин. Дэн, когда Карлос? Бас, давай потом в Тиворлдс, она по драйвове. Слушай, тебе же он объяснил, когда Карлсон. Где Ромарио? Ромарио сказал, что специально сегодня не стал стримить в воскресенье, чтобы Дэд постримить. Ну, тут уже... Выбрал и время. Списался. Так, он с 8 до 9, до полуночи, как обычно, спеть. Причем Ромарио прямым текстом сказал, что ты можешь на него зеркать, и он тебе будет уступать место. Как в автобусе, да. Как бабка в автобусе. Да. Так вы предлагаете мне проходить это недоразумение? А, у меня еще последний кон был. Ой, господи, последняя жизнь. Смешно вышло, да, смешно. Ни одной попытки на босса. Кстати, Девлин, угу. Как ты настраивался, Билл? Я помню, у тебя на стриме Genesis, когда ты еще давным-давно на нем был. Чтобы тебе было зум и мыло по бокам. Ну, схватаешь три окна и пошел там вот, как его... Всякие этот, как его,
что там имеется у нас? Антенна 3. Ну а как еще? Три раза состав создаешь окно. Потом этот хромакей затемняешь или там как-то два из них. Что это было? В смысле? Да мы это в Вормсах как-то странно геометрию тут изучаем. На финансах играет. Да? На финансах играет. Ну. Ну, скорее, как в финансы играем? На финансах. Да блин. Да, хорошее место. Я тебе говорю, просто лут. Замечательно. Сейчас я все посливаю. Да. Тут уже надо технически делать. М? Зачем? Тут надо уже тактически делать. Тактически? Обоюсь. Короче, должен все летать. Да, кстати, Девлин, ты когда там собираешься играть? Я могу... уже, в принципе, давно сказал, что я готов. Ну, давай, а то что... Устроили. Ты сказал последний уровень, я думал, ты его сейчас пройдешь. Так я тоже думал, что я сейчас до Джокера там дойду и пройду, а там не Джокер, там какой-то, блин, Dragon Ball какой-то. Dragon Ball. Драконьи яйца. Да. Чун-Ли, только не Чун-Ли. Выписывает мне по полной, ладно, я... Хотя... Не, фигня, сейчас продолжу. А вот так вот просто. А вот так вот просто. Сам себя слышу. А вот так вот просто. Бас, я же знаю, что ты врёшь. Меня бьют. Бас, ты тыкнешь на Несса, тебе выпадет Батман. Thank you.
Ой, чё-то всё плохо. Нет, сердечко. Подвел меня. Еще я не ломал. Единственное, только версию заменил сегодня на английскую и прошел заново первые 4 уровня. Какая-то странная тактика у этого. Да это пошло еще с моих гоночек. А блин, когда мне перестанут оружие давать? Бас, а ты нас не тыкаешь. Я здоровье еще не нафармил.
Пиздопом. Там раз. Пойду умру смертью храбрых. Происходит не так, как я планировал. Не зря. Да ёп. Конфу, блин. Ну, слово создай, конфу. Привет. Привет. Так. А, вижу. Ты такой внезапный вообще. Там написано «Стрим до востребования». Кто хочет, пусть занимает календарь и выгоняет меня в любой момент. Нет, я тебя выгонять не буду. Я тут посмотрел твой этот первую часть Роудстера, у меня язык чесался твои мелодии отгадывать. Там уже все подписано. Я знаю. Особенно когда ты сам говоришь, что я их знаю. Да, да, да. Будет там, будет. А вот во второй список мне не понравился, всего пара песенцев. Ну да, второй список он такой. Чё тебе пищит? Какие комары? М? Чё тебе за комары пищат? Нет никаких комаров. Мы с тобой вдвоём в конце, значит, от тебя пищит. Ну, не может быть, они снова вернулись. Я их не звал. Комаров? Да. А что теперь на английском поиграешь? Я не знаю, что за магия произошла, но тот ром не запускается. А ты контакт продал? Ага. Ну чё? Все, весна наступила, комары вошли. Мне уже пожаловались, что видели комаров в метро. В метро? Да. Аллигаторов там не видели? Нет. А черепах? Именно комаров. Я смотрю, ты тренил? Не. Вообще не тренил. Ну и так эти и пойду. Что за белый квадрат? База. Наверное, это цензура. Полезно теперь как-то не совсем кайфово, там даже до мата нет. Чего? У паралиста Данмарк кончилось больше. Даже картинку не снимает. У него там только один луч бьет. И вообще 34 же. Ты понял уже, да? 34? Да, паралист уже 34 на рандомайзе как бы. Да блин, опять сердечко выпало из него, и опять я не могу допрыгнуть, пока там сердечко. Это магия. Бас, а теперь покажи мне диспетчер задач. А, что? Куда эта штука пропала?
Зато я на этой фотке вижу базу. Чтобы я увидел, какая у тебя видео сейчас стоит. Тебе не диспетчер, а задача, наверное, нужен. А, да, не диспетчер, вставай, тебе вообще это ноутбук. Или планшет. А, это ж планшет и ошни, да. Ты решил стримить планшету, да? Ну, вперед. Я только сейчас заметил. Что у тебя там за трос стоит? i3 или Atom? Скорее всего Atom. С него, мягко говоря, не очень стрим. Тяжко очень. Чё-то фигня какая-то с этой стратегией, которую мне посоветовал Фолкнер. Слишком часто ловлю дамаг. А может проблема в тебе? Ну и во мне тоже. Я же говорю трёшкой, блин. А чё, Фолкнер сегодня не будет стримить, что ли? Чуть не будет. Чуть не будет. Не знаю. Там Сейзер расписался. Чего? Он в 12 записался. Да, мне просто фраза «после Боши» убила. Ага. Меня тоже, я пошел проверять сразу. Цезера нету. Не существует. Ок, стрим с планшета NES не удивил. Вот давай PS1 сразу. С этого планшета. Вот PS2 и PS3. Вот там ты загнешься. Ой, да ладно. Поставить минимальный графон. Давай с PS4 NES, нахрен ты ее покупал. Да. Давай, Бас, включай стрим с PS4, будешь на играть. Опять сдохну, это будет неприятно. Ты когда про лист играл, ты не хватался за телефон? Нет. У тебя же тоже оригинальный стоит? Не, у меня... Рок-кавер. Ну и только я отхожу, значит, от компа, беру с собой мобильный, и вдруг мне звонит мобильный. Блин.
Класс. Оружие закончилось. Что мне без оружия предлагаете делать? Бэтмен не является супергероем. Ну да, он же обычный человек, просто с дохера денег. Да. Ну еще чуть-чуть мозгов было. Ну да, бумеранг, упорок к стенке, в принципе, неплохая тактика получается. Но кулаками его убить, конечно, вообще нереально. В деньгах сил, вот это того их больше, то посильнее. Бодро бы с тобой не согласился, но who cares? Фогу и стопудово не в один удар остался, не подвел бы ты вначале два бумеранга, тебе бы хватило. Значит, некий Слоу не хочет стримить больше, да? Можно перепрыгнуть, там такой таймик нужен, что я не знаю. Фолкнер, если ты сейчас не видел, я все фаерболы перепрыгнул. Ты 480, что ли, бас стримишь, что-то мыльновато, мыльновато. И он играет в Хардстоун. И стримит его, блин, нет. Совсем конченый, что ли? Так без стены я прыгал. Да Нет, я все-таки попробую с бумерангами. У меня была фул трешка, а все закончилось на нем. Девяносто восемь. На кибергейме временно отключен. Че там Воля пишет? Кто так делает вообще? Что? Зачем ты выступил провокатором, при этом проявил монетку, чтобы подменить меня ни хера не понял? Можешь прочесть вслух? Я тебе вслух и прочитал. Зачем ты выпустил провокаторов, а при этом проявил монетку, чтобы подменить меня, кто так делает вообще? Что? Какую монетку? А, он про Хардстоун, что ли? Может быть. Есть там такие провокаторы. Я просто закрыл его. Я просто в него не играю. Я пока типа узнал его. Я не с тобой разговариваю. Да. О, плохой мальчик. Бейте его. Чё это?
Ты. Привет, Дэн. Что, некий Дэн зашел? Некий УГЦ зашел в статую. А, ну знаю такого. Карлсончика не хватает. Нет. Ты лорд, ты горишь. Факов все. Ой, еще этот Джокер, блин, придурочный. А его как бить, я не помню. По-моему, он только что умер. Я, ну... Нет, вроде. Спамить бумеранги и уворачиваться, фолк говорит. Тут легко уворачивать. Ну, блин, опять все заново. Ха-ха-ха. Нифига не проще на фаербол. На фаерболах у меня этот было все размерено, а здесь он может два раза выстрелить, может один раз выстрелить. И в принципе мне надо прыгать и садиться в одно и то же место. Тогда мне надо прыгать. Волем, он не распадает на атомы, он сгорает. А было манго. Он горит от стыда, потому что кто так выгорает вообще? Да хватит. Я знаю, что он мигает, когда мигает, не отнимает здоровье, как все боссы, но он не отнимает здоровье при прикосновении, если он мигает. А вот своей пукалкой может, и молнией может. Эй, молодец. И чат пытаюсь читать и играть. Вообще есть смутное воспоминание, что можно подходить на расстояние между ним и концом ствола, чтобы выстрелы тебя не задевали. Но там все сложно, по-моему, тем более его отшатывает после выстрела. Его Джокера или его Бэтмена. Да, в присядку меня цепляет пуля, надо прыгать. Ты.
А? Вот ты тут? Ну, рандом не такой уж рандомный. Наверное. Нет, на самом деле рандомный. Турпокер это пошло еще с моего стрима, когда я музыку вставил. Это как-то прописал мне бас. Нет, конечно. Я вставлю каждый раз под эту молнию. Да ну. Да не менял я ни, господи, заклемали.
что я делаю? Тактический слив.
Да хрен его знает с этой пулей, я чуть ничего не понял. Вообще есть у меня одна мысль. Просто такое уже похоже бывало. Ёперный театр. Ну чё, как успех? Хрен знает, переменный успех. Облачно, возможно, просветление. Так что ли? Нет. Да куда я прыгаю? Да когда же я прекращу под молнией стоять? Когда ты начнешь замечать, что она молния в таком месте стоит. Так я не могу еще никак запомнить, в каком месте она стоит. Тебе надо запомнить промежуток, в каком месте она стоит. Прорез бы уже давно запомнил. Ему больше бы по-другому не играл. Знаешь, хоть точки на экране помечай. Если тебе так будет легче. Ну, бумажку как бы приложи. Фаербласт туда бьет или там стоять? Вообще, почему Джокер вызывает молнию? Because fuck you. Because it's NES game, да? It's no game anymore. Oh,
О боже, он написал киноману, все пропало, шеф. Все, закрываем УГЦ. Нам хана. Нет, это глупая идея. Че же с этим Джокером-то так застрял? Прям несерьезно. Что я сейчас сделал? Не тупи. Вот, а вот туплю. Ну и дурак ты. Да... Вот это сейчас вообще слив, слив. Кира это а стоит на шестеренке, ничего ему не происходит. Уходит, тебе давно бы кровь кишки.
Да. Сгорать его, да, было бы. А он просто сгорает от стыда. Почему я такой идиот? Кто я, что я здесь делаю? Верните мою, меня в мою камеру с белыми стенами. Вот слово, ты говоришь тренил, тренил. Если бы я тренил, сейчас бы такой фигни бы не происходило. Я не могу, я уже ставил. Опять игра жадничает на сердечке. Чё ты как читер сраный со своими турбо-кнопками? На NES такого не было. Было, было. Хочешь играть с турбо-кнопками, заплати 40 долларов в базу. Хочешь играть на аркадных автоматах, заплати за каждую монетку. Ага. Хочешь играть с турбо-кнопками на NES, пожалуйста, 40 баксов. Заплати за чит, да? Платные жизни. Всего за доллар 99 вы сможете продолжить игру там, где вы остановились. А за бесплатно? За бесплатно вам придется начинать все заново. Блин, ну где опять сердечки? Зачем мне все это оружие? Эй, ты... Оценил бы, а смысл?
да, построить. На NES был турбокнопки были только на аркадной плашке, так что выбирай либо турбо плюс стик, либо без турбо и крестовину. Вот так вам всем. Два фака. Кулаками, блять, а не бумерангами, сраными. Сратами, бумерангами. И чё теперь? Господи, ну... Пойду пока таблицу заполню. А, не могу. Вот так вот там, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Все видите, да, у меня этот... На второй геймпад подключен. Слушай, можешь Duck Hunt поиграть? У меня где-то был. Пройди трекл, которая Феникса для аркадного автомата выпадает. Это которая? Ой, для аркадного автомата на NES для этого. Да помню. Ага. Я когда... Бас, на NES было вот это вот. Да, на NES еще вот это было. Я у ОГ напомню. Ага. И этот, как его, Pixel Devil, по-моему, тоже такую фигню купил. Ну, он просто, у него нет регион лока, в отличие от оригинального геймпада NES-овского. Он умер, улыбаясь, почему-то не One Piece вспомнился. А где там стик-то, ну-ка? Ну, да, это стик. Такой расплющенный. Мне это больше прикалывает. Турбоснесовский джойстик типа. Я вот не знаю, правда или нет. Хотя изображение с Амазона, да. Фиг знает, ну как бы... Такая система была на геймпадах этого... Турбографикса. Там такой этот переключатель был. Это турбосвитчи. Ну, турбосвитч там. Иди нахуй. Это вообще, говорит, джойстик. Геймпад. Sunsoft. Чё у нас ещё Sunsoft выпускала? Сейчас посмотрим. Sunsoft, японская компания, бла-бла-бла-бла. Где сделать скриншот? List of game released by subs, Sunsoft. Arabian, Batman. Batman, возвращение Джокера. Blaze Master. Bubble and Sick. Bugs Bunny, Rabbit Rampage. Chameleon Twist. Clock Tower 3. Боже. Final Fantasy Adventure. Это та хрень. Для геймбоя. Да я знаю. Из него потом родилась совсем другая серия. Гремлины 2. The Goonies аркадный. Lenny Tunes для геймбоя. Мист на Сатурне. Phantom 2040 на Genesis, SNES и Game Gear. Sky Kid на NES. Spy Hunter на NES. Superman на Genesis. Трак на PlayStation, Tasmania на SNES, Trip World на Game Boy, Waku Waku 7 на Neo Geo. Что? Это я еще не все зачитываю, просто то, что хоть как-то знакомо мне. И вообще, я в угле написал Sunshift. Слушай, Слоу, ты хоть чат читаешь? А чё там? Тебе пишут? Не вижу. Вообще, в этой игре есть хайскор? А вот так ханьте-то? Да.
какой нахер на хайскордах отдыхайте. Да ладно, я даже на Дэнди убивал в первом раунде 10 уток. Я в курсе, что у нас есть, но чё-то два реквеста за один день, это слишком для меня. Ну, кстати, какой эмулятор NES? GNES. Окей. Я просто не знаю. Я бы хотел предложить тебе Арканоид поиграть мышкой. Ой, да ну. Заперный эмулятор, я равно дулу экран пистолета 4. Нет. 4 это когда ты в лампочку стреляешь вместо телевизора. Собака еврей. Более дорогую утку продаст на рынке. Я знаю, что Дакхант, смотреть, вообще бред себе кобылы. Но это стрим 2 с требования, черт возьми. Кто-нибудь возьмите уже. Перехватите его. Нет. Да, можно, я знаю. Об этом можно уткой управлять. Дэн, хочешь сыграть? Файрбласт. Так, берешь второй геймпад и управляешь уткой. На самом деле гораздо сложнее играть вот это, когда в вестерн на скорость надо стрелять. Да, обыграем Макфлая. Не смогу. Кстати, сейчас 2015. Вот видите, не читерство, я промахнулся, ладно, пошутили, хватит. Можно эту игру как-то вырубить? В смысле, чтобы хайскор посмотреть? Нет? Ну ладно. Ну офигеть, какая гадость в этой штуке есть. А, 12 тысяч был хайскор. Ну, в общем, я прошел игру. А что такое клэш-шутинг? Тарелочка. А, тарелочки.
My good. Да нос. Вы уже бота сломали, бедного. А как там эта игра называется? Chase. По-моему, так, да? Слушайте, я что-то Генезис не вижу. Вижу Master System, Gear, Turbo Graphics, Game Boy. Вот эта, вот эта штука. Spectrum, Commodore, Amiga, MAME. NES и Super Nintendo. Где этот Genesis? Final Fantasy 3 на NES, иди ты. Только представляешь, как выглядит Final Fantasy 3 на NES? А два вообще нигде нет. Давай, лорд, пройди самую большую игру на SNES, которая 700 мегабайт весит. Давай, Дэн, ищи. Наверняка она есть, но я что-то он мне не выдал эмулент ее. Выдал все версии, какие только можно и нельзя. И что же это за игра, которая больше всех весит? Это порт Sega CD какого-то кинца, который 700 мегабайт весит. Умельцами портированный на SNES. А, вот он. Бля, Бас, не напоминай мне про призрачного гонщика на ГБА. Я как-то ехал в поезде 24 часа, и у ребенка взял ГБА с этой игрой и отдал ему через 10 минут. У него был призрачный гонщик. Ага. Еще и на русском, блядь. Круто. Да, блин, не то. Где чат?
Ну, записали там без точек через HQ. А я с точками вводил. Так я потом пошел вручную смотреть. И нашел. Это удивительно, но я нашел. Блин, а чё окошко такое маленькое? И ау, игра. Напомню, что тут три машины. Да еб. Че с управлением мне? Выбирай, короче, грузовик. Грузовик не всегда хорош. А! Все пропало, шеф. Ну-ка, дайте перезапущу эмулятор. Че это мой эмулятор не видит Xbox-ский геймпад? Я проходил Гриффин на этом эмуляторе. Да и Клю. Ах, я вот настроить его. А? Может, его настроить надо? Так я только что пытался перенастроить. А он в настройках его не чует. Ну вот, совсем глухо. Какими ручками я использую эмулятор Fusion? Попробуй вытащить и вставить обратно. А вот я попробую. Ты что, не помнишь, как интернет запускали в Саус-парке? Да, помню. Можно выбирать между клавой и падом. Только зачем? А ты на мышке играй. Что я сделал? Я помню, какие-то гоночки играл на мышке. Ради прикола. Типа самой этой руль поворачивать мышкой на левую и правую кнопку мыши газ и тормоз. Я все сломал, да. Шеф, все пропало, все. Че, не хотит? Ну и ладно, на клаве, значит. Дэн. Ты понимаешь, что он не реагирует на нажатие на геймпад вообще?
Какую выбрать эту машину? Да, да попробуем грузовик. Грузовик. Он тяжелый, он так, он атакует. Он медленный. Он медленный, но он атакует. Вообще вид из кабины мне больше нравился. В Super THQ. А как тебе графон? Да как в той игре примерно. О, тут же надо было прыгать. Какая интересная игра. Ты едешь. Знаешь, что ничего сейчас не хватает этой игре? Музыку из дальнобойщиков. Музыку из дальнобойщиков. Из каких? Из игры или из сериала? Из сериала, блин. Ой. У меня уже время закончилось. Первый раз. Интересно. Падай вниз. Почему дорога в воздухе? Это мост. Почему я вот рано 2019 не смотрел, там тоже такие дороги были. Я турбо включил, о, как задымил. Да это же Need for Speed Hot Pursuit. Да у него жопа горит. Напоминает мне такую парашную игру, как угнать за 40 секунд. 60. Нет, 40. У меня вон фук потом лежит. В шкафу именно 40. Парашная игра. Там типа за тобой менты гонятся, тебе надо доехать просто сколько-то времени. Вперёд. Дэн, я вообще в курсе, что в этой игре есть турбо, тормоз и газ. Понятно, спорткар. Блин, этот спорткар мне сейчас прям вообще подчистую аутран, например. Да? Кто дорогу в воздухе вставил? Это, сука, мост. А потому что знаки в воздухе уже разъяют. Дэн, ты спрашиваешь, зачем тут этот тормоз вот за этим? Хотя на самом деле тут без него надо учиться. Нет, мне туда, мне туда. Я повернул направо из крайне левого ряда. До этого мигалки у тебя не было. Да. Мне нравится мигалка. Так запрещено же. Штраф давай. Фон за всю базу. Кому штраф-то? Полицейскому? Базу. А, базу? Не, базу можно. С удовольствием. Впаяем штраф какой-нибудь. В каком месте ты полицейский, где твоя форма? Где твое удостоверение? Да, ты раздолбал полицейскую машину, давай плати. Из своей зарплаты. Хуё тебе не маразник. Бас-бас, а вот это ты, да? О, берем грузовик. Purple Van. Или вот эту здесь штучку. Четырехколесное вождение. Не напоминай мне про четырехколесное вождение. Слушай, эти камни, это же трасса из этого, из игры, которую Грей играл, гоночки грёбаные.
Почему тебе не напоминает про счетах «Телесное вождение»? А? Почему тебе не напоминать? Я вспоминаю про этот. На 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 на. А нет, я просто так подумал, как наши пираты, если тупо перевели бы это все в промте, получили. Там же 4 wheel drive написано, четырехколесное вождение. Полный привод. Четырехколесное вождение. Понял? Ты чё тупой? Чё, упорот что ли? Ну? Слышь, у него автомат. Как переводится слово хайджек? Чего? Хайджек, как переводится слово? Хайджет? Хайджек. Джек. Понять не имею. Повторяй просто сразу. Угнайте. Не знал. Высокий Джек, да? Да, высокий Джек. Только там хай, как привет, ты пишешь у вас через две буквы. Я его не догоняю. Лошара. Ты вообще в эту игру не играл, не бы, да? Смотри, как сейчас я ловко его сделаю. Ну, или да. Упаду с моста. Кредитик базу только отдай. Да и хоп, да. Мне срочно свалить с моста, и черт возьми, в той игре было проще уворачиваться от машин. И вообще управление было лучше. Че-то как мудак с летней резиной зимой гоняешь. А вот я себя так и ощущаю. Наверное, все-таки стоило брать этот грузовой, да? В чрезвычайной ситуации террорист, и ты оборвал связь и сразу выехал. На вертолете, да? У нас срочная ситуация, террорист, понял, выезжаю. Но ведь на 5-м авеню. Как резко меняются пейзажи. А чё, уже время закончилось, слышь? Ага. Всё как в той части. Надо играть идеально, чтобы успеть. Без турбо. Не слушай стрелочку и езжай по пустыне. У тебя же не дорожник. У тебя же четырёхколёсное вождение.
грантовщики мыши, блин. Долго этот наркотрафик будет мешать операции? Ну, я советую больше не взрывать эти машинки, так что да, долго. Почему моя машина сейчас так дико тормозит и не поворачивает никуда? Genesis. Ну надо же. Да, в реальной жизни бы тебе Бигфут просто переехал своими колесами. А сколько тут всего уровней, кстати? Это что за покемон, блядь? Ага, это как называется? Воздушный мешок. Мусорный бак. Это Чак Норрис. Чак Норрис Чейз Чкью. Ты видел это удар, ты видел, где супер изи мод? Но я его больше всего в Mario Kart поколол. Такие бодаются, потом хренак такая машина на 4 линии проехала, всех задавила один. Турбируй. 5 60. Боже, это ж фургон Почты России. Опять мою посылку не доставили, ублюдки. Говорю, бас, а почему тогда он зеленый, а не синий? Да блять, откуда столько трафика вдруг появилось? Стоп, не отвечайте. В последнем случае, я когда езжу по Москве из своего города, особенно по утрам, чисто смотришь на трассу, видишь, 5, 6, 7, 8, я как-то раз насчиталось 30 фургонов Почты России. Да, вот на Сбербанк больше похоже, ДНД. На Сбер тоже неплохо. Время закончилось. И, по-моему, у меня, да, кредит тоже закончились. Красная машинка Альфа-банка против Сбербанка. Альфа-банк, все, скоро. Стоп, Альфа, нет. Что-то мне другая ассоциация возникла.
А, пьют. И вообще, видишь, у тебя сбоку твои кредиты, как если почему-то она мне напоминает Resident Evil. Что? Вон, что у тебя там крутится сбоку такое? Вот, а, это про этот, что ли? Про турбо? Да, амбрелла крутится. Зонтики. А, это турбо твое, я понял. Ты не ты, пока не впрыснул себе вирус, как он там? Т. Да, вирус Т. Вот, ты, короче, можешь 3 раза вкольнуть вирус Т и стать быстрее. А цена? Где там Фолкнер, он через час стримит, а я его не вижу. Был он здесь где-то, шатался. Чё, опять на этом пьянку сказал? Он мне так это сказал, тогда как будто такое ощущение, что мне прям по телефону заказываешь, как пиццу. Можно мне, пожалуйста, одну бутылку водки с грибами? Вам как обычно? 2 бутылки водки и салфетки. Да, 2 бутылки водки и салфетки. И без огурцов. Да, Дэн, после этого как раз вот до такой красненькой машинки лорд за тобой поедет. Похититель, и все, ты не дал бы читать. А чем мы преследуем похитителей, которые могут в случае чего убить свою жертву? Конечно же, на самом незаметном грузовике со звездочкой шерифа сбоку на двери. Это как в каком там, во втором такси фургон мороженого ехал. Наша маскировка идеальна. И вообще, вот чух-чух, вот да, вот так вот. Я не успел. Потратил кон просто за нифига.
Все-таки это был неправильный выбор машины. Боже, грузовик перепрыгнул машину. Полицейский грузовик перепрыгнул машину. И не покалечил ее. Да, мне вот меня чем больше убивает. Сука, я еду с мигалкой. Уступите мне дорогу, ёбашу мать. В GTA даже уступали, а эти наоборот мешают. Просто все ненавидят полицию. Вот там что. Пас, я без пяти минут сраный дальнобой, у которого сбоку наклейка шериф на двери, а сверху, блядь, мигалка здоровенная. Это сканер. Они все разбегаются, когда ты пытаешься просканировать их скорость. Нет, это фигня. Ну, это бесполезняк вообще. Пойду-ка я поужинаю, занимайте кто-нибудь стрим. Я тут вообще Бэтмен собирался проходить, я его прошел вроде как. Уж эту хрень как-нибудь в следующий раз. Ой, дайте-ка я, пока я здесь. Я ну хрень попробую и уйду. Правильно ловит. Фолкнер, я кое-что проверяю и сейчас уйду к хренам. Да, я его давно убил Бэтмена, в смысле Джокера. Тебе рано, а мне уже пора. Хорошо, если не как окно. Я тоже не поел, именно поэтому я и ухожу. О, работает.
О господи, Fatal Frame. Боишься? Нет. Это ты за, не за девку играешь? Ага. Нет, это не место Сайлента. Я просто решил быстренько протестировать эмулятор PlayStation 2. Ну, в смысле, как это на стриме будет. Фу, на русском. Да какая разница сейчас вообще? I wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see. My big brother, he was so sweet and kind. А то, самый лучший. От тех самых, которые на PlayStation 2 всегда переводили. Ну вот это вот делали заставку в начале выбора. Original или Russian version. After our mother died, he was my only family. Сентябрь, 24 сентября 1984 года. Графуй. So this is Himuro Mansion. My brother was in search of. Ты сейчас скажешь, что у нас русская озвучка? А? Ты сейчас скажешь, что у нас русская озвучка? С английской не слышишь, что ли? Я что-то как-то добавила стриме громкости, это ни хера не слышу. Странно. Вроде достаточно громко. Я на полную громкость эмулятор сейчас стоит. Не, у меня просто вообще вкладки звука нету. Тем более, мышку с чата убери. Не нравится мышка? Не нравится мышка? Мышка не нравится? Да. Может, бей на... А, тут, наверное, мышки не будет видно. На игре. Видно. Видно, да? Ну и вообще на всем экране не видно. Порчу атмосферу. Без звука не очень. Да, блин, есть, должен быть на стриме звук, что ты гонишь? Народ, есть там звук на стриме? Могу никак громче сделать. А вы пробовали? Вот не сочтите за грубость все и разом. А вы, как бы так сказать, не пробовали в плеере онлайновом прибавить звук? И вообще, что у меня с геймпадом случилось, черт возьми, сегодня? Он не функционирует. В смысле, я идти не могу никуда. Что за дела? Ну, как бы мой ОБС выкручен. Нет, здесь все в порядке. А чё он тогда здесь не разворачивается? А, шайтана. Ой, что нахрен произошло? Все на месте.
Да, Бас, ты лучшего не видел. Если бы она еще не глючила, блять. У меня сейчас. Именно управление. Что с управлением случилось? Ладно, хрен с вами, все равно нифига не работает почему-то. Как надо. Это все проделки слова, наверняка. Ну, в GTA призраки. Нет, есть там один призрак в пятой части, конечно. Ну ладно, пошутили, хватит. Я пошел. И вы идите.